Ранним утром загорелась квартира на втором этаже внутридворового флигеля по улице Польский спуск 9. К сожалению, погиб человек. В результате тушения пожара пострадали два внутридворовых двухэтажных флигеля. Могу сказать только то, что под руководством первого заместителя городского головы Орловского Анатолия был создан штаб по оказанию действенной помощи пострадавшим. Потерпевшим, можно так сказать. Значит, было принято решение о том, что временно люди будут отселены в наш фонд для временного проживания, с ними будет заключен временный договор. После этого будем готовить решение исполкома для того, чтобы договор заключить через решение исполкома на год, а временно на один месяц. Будет оказана материальная помощь, она будет оказана не только районной администрации, но и городским советом. То бишь, есть два разных источника, поэтому эта материальная помощь будет оказана индивидуально каждому. Всем людям, зарегистрированным в этом доме, естественно, будет такая помощь оказана, и они же будут отселены. Одновременно хочу сказать, что был инженер технического надзора департамента городского хозяйства вместе с подрядчиком для оценки нанесенного ущерба и оценки тех ремонтно-восстановительных работ, которые могут быть произведены на этом доме. Соответственно, решение будет приниматься немножко позже, исходя из реальных объемов и целесообразности таких работ.